Grazik Production. Тогда это был единственный педагог, который сказал: слушай, ты такая удивительная, ты такая уникальная, ты способна, ты особенная, ты же потрясающая. Сегодня вот эта сегментация, когда погружает тебя в тему, сегодня время глобализации знаний, объединения знаний, но все метры. Появится цель, появится желание. Началось это все с тех, кто рядом живет. На меня сейчас смотрит много людей, передо мной камеры. В собственных глазах оцепенеет все. Там, где шаблонное, палет высокий. Самое безусловное, одухотворенное. Мы получаем карту креативного мышления. Я поняла, что все нужно ставить под сомнение. Единственный мой способ что-то создать, чему-то научить, показать, отойти в сторону и начать создавать проект. Мы меняли общество, социальный эксперимент. Каждый человек, он талантлив. И каждый человек способен на любое. То есть ты тянешься, соответственно, туда, за этим вот подъемом. Вот эти все тонкости, понимая чувство искусства, без базовых знаний, день-ночь, черно-белое, music save my life. Я себя чувствую прекрасно. Мне нравится, нравится. Вырастают крылья. У меня начинают вырабатываться гормоны счастья. Мне дарят любовь. Соответственно, я эту любовь продолжаю вот в своих проектах. Я ее отдаю и раздаю, и учу передавать дальше подобные процессы. Тема этого года, она непростая, однако она предполагала новые знания. И два варианта развития событий – шаблонное и творческое. Перед зрителем. Это наши символы. Это для нас ценность – проявить свою какую-то творческую ответственность. И вступить в диалог обычно, потому что ее не сломали, а сохранили личность. Вспоминайте, когда вам было плохо, за что вы хватались. Нечто, что вам помогало. Кто-то за музыку слушал музыку. Представить будущее. И музыка вытягивала. Лирический путь – не стоять на рельсах. Смотреть на жизнь под широким углом. Это как раз то, что его и сформирует. Их потенциал и твой уровень жизни растет. Твой единственный конкурент – это ты вчерашний. Ужасно сложный процесс. Это долго взращивалось. День-ночь, черно-белое. Music save my life. Я себя чувствую прекрасно. Мне нравится, нравится. Вырастают крылья. У меня начинают вырабатываться гормоны счастья. Мне дарят любовь. Соответственно, я эту любовь продолжаю вот в своих проектах. Я ее отдаю и раздаю, и учу передавать дальше подобные процессы. Тема этого года, она непростая, однако она предполагала новые знания. И два варианта развития событий – шаблонное и творческое. Перед зрителем. Это наши символы, это для нас ценность – проявить свою какую-то творческую ответственность. И вступить в диалог обычно, потому что ее не сломали, а сохранили личность. Мы уникальны, мы друг на друга не похожи. В то же время беря ответственность. А общество без ответственных людей – это не общество. Из года в год ты должен искать что-то новое. Ну, то есть совсем за чертой. Становиться лучше. Потому что тебе не с кем себя сравнивать, только с собой. Grazik Production.